Вячеслав Гладков сегодня официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Церемония прошла на сцене Белгородской государственной филармонии в рамках 12-го заседания областной думы. Председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев торжественно вручил главе региона удостоверение об избрании и памятный протокол избиркома о результатах досрочных выборов. За Гладкова проголосовали более 78% избирателей. Вступая в должность, губернатор выразил слова благодарности за оказанное доверие главе государства Владимиру Путину и жителям региона. Напомним, Белгородская область, 52-летний Вячеслав Гладков был назначен с поста вице-губернатора Ставропольского края. Еще раньше работал в правительстве Севастополя, также вице-губернатором. Является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов. Вячеслав Гладков уже принял первое решение в должности губернатора Белгородской области. Он назначил представителя в Совете Федерации, полномочиями наделен Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост, а правительство региона отправилось в отставку. В соответствии со статьей 37 Устава Белгородской области региональное правительство сложило свои полномочия, но продолжит работать до формирования нового состава.